Так, друзья, всем привет. Включил станок. Меня этот вопрос с задней бабкой задолбал уже. Чего она так криво стоит? Вот что получается. Видим, что с центрами тут все в порядке. Я вставил один конус и второй конус. Сейчас посмотрим, как на сверло будет все это смотреть. Ну а вот центры, два центра, они не сходятся. Значит, вот если подвигаем, видим, да, что она бьет выше, так сантиметра, миллиметра на 3. Вот смотрите. Видите, она, ну, рядышком вращается. Так, ну и давайте посмотрим еще на резец. Что нам резец скажет? Здесь 3 миллиметра разница. А центр с передней бабкой, ну, почти. Почти. Тоже ниже резец стоит. Под резцы надо будет подкладывать. Я поднял на уши там всю эту нашу фигню, которая мне продавала этот станок. Значит, что они мне сказали? Вот здесь вот есть такие вот болты. Вот этот надо отжать, вот этими регулировать. Ну, сейчас попробуем зарегулировать, но она, дело в том, что выше все равно стоит. Попробуем сделать. Дайте инструмент нормально, чтобы он работал. Правильно? Правильно. То есть, если бабка будет, получается, выше на 1 миллиметр, нормально. Но когда она выше на 3 миллиметра, это хреновасто. Все, всем спасибо, всем пока.